В Люберецкой администрации наградили игроков футбольного клуба «Люберцы». Кубок и медали им вручили за второе место в третьем дивизионе по группе А. Торжественную церемонию провел глава Владимир Ружицкий. Он поставил перед спортсменами амбициозную задачу в следующем сезоне стать первыми. Это игроки футбольного клуба «Люберцы». 24 молодых парня всю жизнь отдали спорту. В этом сезоне они вторые в третьем дивизионе по группе А. До первого места им не хватило всего 2 очков. Я считал и считаю, что по тому уровню мастерства, который показывала в этом году наша команда, команда по своему составу была лучшей в сезоне. Но, я говорю, небольшая недоработка у нас в начале турнира. Вот. Из-за этого мы не смогли догнать первую команду, хотя намного больше очков набрали ее во втором круге. Задача на следующий сезон – стать первыми. Команда настроена решительно. Для этого не пожалеет ни сил, ни времени. В спорте, я сомневаюсь, что есть элемент удачи. Все-таки, если ты тренируешься, занимаешься, у тебя могут быть результаты. Но, видимо, кто-то, первое место заняла команда из Обнинска, видимо, кто-то приложил чуть больше усилий. Наша задача – проанализировать свои ошибки и посмотреть, что сделала команда с первого места, учесть это. В новом сезоне он начнется 14 апреля. В планах у местных властей создать футбольные клубы в школах, а также сформировать дублер основной команды – молодежку. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.